Ты посмотри на это. Это же как просто под заказ, это же прям для нас. Смотри, во-первых, давай, чтобы не растеряться, что мы видим? Перед нами горная долина. Справа, смотри, вот этот вот хребет. Это Швейцария с той стороны. Вот это швейцарские Альпы выглядывают. И дальше идет река Рейн, которую мы сейчас отсюда не видим, она там, в небольшом ущелье. Дальше горы уже Лихтенштейнские, Альпы, выглядывают. Замок настоящий, настоящий, это бург. Это даже не шлёз, это истинный средневековый замок, где живет настоящий князь, монарх. И под замком город, где живет народ, подчиненный этому монарху. Неплохо, да? А тут, смотри, дальше виноградники и такой интересный фахверковый псевдо-средневековый роскошный домик. И наверху летают парапланы. Что это за место такое, спросишь ты? Что это за райское гнездо? Это Лихтенштейн, княжество Лихтенштейн, названное в честь династии Лихтенштейн. Точнее, конечно же, Лихтенштайн, разумеется, как и Эйнштейн, Айнштейн и все такое. Удивительно. И сама страна невероятно маленькая. Мы ее видим почти всю сейчас. Я думаю, мы изучим все подряд. Мы изучим замок, изучим столицу, поедем в горы и много всего другого интересного. Попробуем местного винца, разумеется, как без этого. Винишка изучим. Да, а может даже и пивко здесь найдем местное. Нормально? Нормально. Погнали? Итак, короткий ликбез по Лихтенштейну. Это настоящая действующая монархия. То есть Лихтенштейн – это княжество. И это не просто название, это действительно так. Ездят все такие с черными номерами. Сразу понятно, кто здесь элита с такими номерами. А мы с немецкими номерами – жалкие гастарбайтеры вообще. Приехали сюда, наверное, как прислуга. Нас даже в замок как прислугу не пустят. Разве что в кафешке какой-то подрабатывать. Ибо Лихтенштейн действительно одна из богатейших стран мира, если вообще не самая богатая. Наверное, самая богатая. Не, наверное, нет. Нет? Кувейт там всякие. Ну, может быть, да. Но в любом случае, одна из самых богатых. И вот он, замок монарха, замок князя. Что нужно про него знать? Во-первых, здесь живет настоящий князь, который действующий, у которого есть власть. То есть он правит, он правитель. На самом деле сегодня. Не так, как там британская королева Елизавета, например. Она лишь, ну так, более-менее номинально сегодня существует. А здесь действительно он имеет влияние на политику, он имеет право принимать законы, он имеет право, например, если парламент, здесь еще парламент, это интересная такая конституционная монархия с демократическим и парламентарным уклоном, как-то так. По сути, здесь как бы демократия, то есть нормальный демократический режим, люди, народ может голосовать за все, что хочет. Но одновременно здесь есть князь, который всем правит. Но в любой момент народ может проголосовать против князя. Он может проголосовать против монархии, и князь вынужден будет подчиниться. Он вынужден будет сказать, ну окей, тогда вы без меня. Тут, конечно же, возникает вопрос. А зачем тогда вообще здесь монарх нужен? Почему бы народу не отказаться, не сказать, ну мы без тебя справимся. Как бы, зачем нам подчиняться одному человеку? Это же противоречит демократии. И такое было. Подняли этот вопрос, что а давайте мы вообще без вас справимся. И тогда монарх сказал... Да, без проблем, конечно, можно, только тогда я, ну, заберу свои 7 миллиардов евро, или сколько у него там есть, ну, и, ну, как бы без меня вы тогда тут существуете, все, без моих связей, без моих вот этих connections, без витамина B, Beziehung, отношения и так далее. И они тогда сказали, ну, типа, ладно, мы, пока можешь остаться нашим правителем. Их все устраивает, то есть здесь всех все устраивает. Смотри, мы вот уже зашли... Приближаемся к воротам замка, и так как это является частным жильем, то сюда никак, вообще никому никогда нельзя заходить. Смотри, это вот ворота, вот главный вход, тут даже написано «Privatbesitz», то есть частные владения, в общем, заходить туда нельзя. Какие толстые, мощные стены и бойницы там внутри. Слушай, смотри, вот здесь прям явно видно, что это настоящий средневековый замок, а не романтический 19 века, потому что здесь выглядывают обод-экеры. Смотри, вон там наверху один, и там еще один. То есть туалеты. А такое может быть только в настоящем замке. Вот интересно, кстати, князь использует их или нет? Можно постоять, понаблюдать. Или княгиня. Давай
Давай подождем, посмотрим. Подождем. И сразу же видно по кладке, что это старейшая часть, что это донжон, то есть Бергфрид. Такая совсем старая кладка, оригинальная, средневековая. А по бокам уже чуть-чуть позже пристраивали вот это все. Наверное, в 16 веке такие утолщиватели стен. Дополнительно такие по бокам такие пузыри вставили мощные. То есть прям защита серьезная. Смотри, здесь вот такая большая поляна. То есть здесь обалдеть красиво. Такой склон, зелень, с видом на замок, горы. Там внизу сам городок. Здесь проходит обычно праздник. То есть государственный праздник в честь княжества. Здесь устраивают такой палаточный городок, такая ярмарка, веселье, красота. Князь ходит тут с народом, общается. Всем бесплатно пиво, еда, красота, вообще все супер. Вот, но в прошлом году и в этом году, скорее всего, тоже праздник не состоится, потому что, сами понимаете, почему. Но то здесь теперь так гармонично, так уютно, такая... Прям благодать. Видно замок-то хоть? Нет. А вот и столица Лихтенштейна под нами. Город Вадуц. Или Вадоц, как говорят местные. Знаешь, что интересно? Сама страна Лихтенштейн, она такая малюсенькая. Всего лишь 160 квадратных километров. Это очень мало. И она состоит из разных таких... поселков, в общем, таких федеральных земель, но они такие очень маленькие, как деревни, по сути. Это тоже как бы одна из деревень, но она столица. И каждая из этих деревень, они, по сути, независимые земли, они могут сами голосовать. То есть, если в какой-то из этих земель больше половины населения проголосует за то, чтобы отделиться от Лихтенштейна, то они отделятся и станут независимой страной. Но так до сих пор никто не сделал, потому что всех все устраивает. Представляешь, это целый собор, кафедральный собор Лихтенштейна. Не похоже, да? По сути, это ну просто неоготическая церквушка такая простенькая. Но Лихтенштейн так крут, что здесь есть собственный епископ, одобренный Папой Римским. Представляешь? Исторически так возникло. А все за счет связи там, connections, коллабораций, семьи, династии, которые умеют все это организовать. Так что это целый кафедральный собор. И там обычно венчаются, проходят свадьбы всех членов семьи Лихтенштейн. И что интересно, брат действующего принца, брат Алоиса, Максимилиан некий, Максимилиан фон Лихтенштейн, младший брат, то есть он не прямой наследник, он младший брат, поэтому он просто бизнесмен. И вот он женился на некой Анджела Браун. И она африкано-латиноамериканского происхождения. И это первый случай в истории вообще европейской монархии, всех европейских монархий, первый случай, когда человек вообще африканского происхождения вошел в монархическую европейскую семью и стал ее частью. Представляешь? Нормально. Вот так вот. Прогрессивненько. Прогрессивное общество, с одной стороны. Но с другой стороны, здесь только в 80-х разрешили женщинам вообще принимать участие в голосовании политическом. А до этого, представляешь, даже было вот это крестьянское общество деревенское. Они голосовали, как древние греки, выходили на площадь, и мужики поднимали свои охотничьи кинжалы. И мол, да, я за или я против. А когда ввели предложение, может, женщины тоже будут голосовать? Они сказали, и чем они будут голосовать? Поварешками? С тех пор прошло совсем немного времени, и теперь это супер-мега-прогрессивное, супер-толерантное общество, где все имеют права, и вообще женщины тут всем заправляют, и, ну, как везде в мире, негласно правят. Мы-то это знаем, потому что ого-го, например, действующая принцесса, она, кстати, из Баварии. То есть сам принц Алоис, который всем заправляет здесь, у него официальный титул «Ваша светлость». «Ihre Durchlaucht», вот так по-немецки. А его жена – это наследница Виттельсбахов, баварской династии. А Бавария какое-то время определенное было королевством. И поэтому ее принято к ней обращаться с титулом «Ваше королевское величество». Поэтому она... чисто номинально, по рангу выше его, потому что он всего лишь ваша светлость, он лишь князь, а она из королевской семьи. Поэтому так и записано, к нему обращаться, к самому принцу, у которого вся власть, как ваша светлость, а к ней, к принцессе, как ваше королевское величество. Неплохо, да? Интересно. Вот так вот. Интересно, знаешь, как они это, в игры играют там? Мол, ну да, такие брачные игры. Первая брачная ночь, представляешь, он такой говорит, ваше королевское величество, я готов принять присягу. Она говорит,
На колени, ваша светлость. Доставай меч, будем тебя в рыцаре посвящать. Смотри, вот здесь начинается старейшая и главная улица столицы Лихтенштейна – Вадуца. Улица заложена еще древними римлянами. Аккуратненькая, вылизанная, вычищенная, просто прямо шприторно чисто здесь, удивительно. И тут старинное здание, редкость для Лихтенштейна, потому что, так как эта страна была всегда бедная, здесь не было у людей денег, чтобы строить что-то долговечное. Поэтому крайне редко встречаются старинные здания, которые дожили до наших лет из вот этого бедного времени в нынешнее богатое. Но они их очень хорошо, вот смотри, как они за ними ухаживают. Там вон герб Лихтенштейн. Все красиво, все понятно, монархия. И это, в общем, офис, главный офис правления. То есть это дом правительства, по сути. Здесь заседает правительство всего Лихтенштейна. А там вот это стильное современное здание, такое интересное, такое элегантное, это уже парламент. Смотри, здесь такой интересный вишневый сад, японская вишня. Редкая, специально посаженная здесь для князя. А князь отдал, подарил город такой садик симпатичный. Чтобы ты здесь ходил, как бы не сильно шумела дорога, в таком закутке отдыхал. Например, если ты работник парламента, любовался на власть, на красоту, горы. Слушай, блин, романтично. Смотри, а вот это здание, вот это боковое, это Лихтенштейнский государственный банк. Один из нескольких самых таких важных здесь богатых, серьезных банков. Разумеется, очень влиятельных на финансовом, европейском и, в общем-то, мировом поле. Все, холдинг будем открывать? Холдинг? Да. Давай, сразу с минусом. Но лихтенштейнцы, они как-то обижают. Мы пообщались с местными. Они немножко обижаются, когда ты говоришь, что у вас здесь офшор, вы делаете там бабки. Но они считают, нет, это не так. Ну, потому что действительно страна наполовину живет за счет индустрии. Ну, это нельзя не обращать внимания. Известная фирма Hilti делает самые лучшие сверла, самые лучшие вот эти вот все бурительные, сверлительные инструменты. Ну. Когда было известно ограбление банка в Лондоне, они же бурили сверлами Hilti. И Лихтенштейн, по сути, стал таким богатым, каким мы его сегодня знаем, лишь в последние, ну так, 50-60 лет. Совсем недавно все абсолютно изменилось. Смотри, вот перед ратушей выставили современное искусство. Его здесь очень много в городе. Безусловно, меценатство, когда накапливают искусство, это хороший признак того, что достигли определенного уровня жизни, когда уже могут себе позволить поддерживать искусство. Это очень хороший знак. Правда, это какие-то странные попастые лошади. Кстати, забавно, знаешь, что здесь в Лихтенштейне проходит настоящий конкурс «Мисс Лихтенштейн». И получает такой титул «корова». Корова, у которой... Что, обзываешься? Не-не, это без шуток. Потому что корова, которая дает, разумеется, пропитание, то есть тепло, одежду и так далее, в аграрном обществе, в таком фермерско-крестьянском, очень сильно ценилось. Это было самое ценное имущество, по сути. И здесь просто сохранили эту традицию. И действительно проводят такой конкурс. И действительно лихтенштейнские телочки, в прямом смысле, соревнуются между собой. И самое красивое, с самыми лучшими копытами, зубами, шерстью, там, выменем, да, получает титул «Мисс Лихтенштейн». Как тебе такое? Так что Лихтенштейн – это единственная страна, где можно сказать официально, какая тёлочка, посмотри, такое вымя достойно звания мисс Лихтенштейн. А здесь находится княжеская сокровищница. И мы сейчас туда зайдем, посмотрим на сокровища местной династии Лихтенштейн, что они там припрятали для нас. Посмотри, сразу же предстает мега-корона князя. Как тебе корона? Выглядит достойно, да? Ничего. Смотри, жемчуг, рубины, бриллианты, разные изумруды. С ума сойти. То есть как достойная корона обычно у князя, она и должна быть такой. К
кайзеровские короны также выглядели, были максимально инкрустированы драгоценными камнями. Но эта корона, к сожалению, фейк. Но она типа копия, реплика, муляж. Но очень такой качественный муляж, который сделали в 50-х. Оригинальная корона была сделана 400 лет назад, но в 18 веке она исчезла, испарилась. Ее украли, стащили, стырили. И с тех пор просто не нашли. И в 50-х решили, ну, князь же у нас достойный, поэтому давайте подарим ему копию. И просто государство решило подарить князю корону, копию. Ну, просто, чтобы она была. Он ее, конечно, никогда не надевал, потому что зачем ему лишний пафос? Ну и к тому же тяжелая. Видишь, он боится что-то тяжелое носить в голове, в отличие от тебя. Какой интересный стильный кинжал, как будто из фильма, да? Но такие были на самом деле. Это восточный кинжал, индийский кинжал. Это подарок индийского правителя лихтенштейнскому князю. Типа кастет того времени? Что-то вроде того, только для охоты, для животных. То есть цель такого инструмента, это уже когда собаки, например, забили оленя уже, он там в изнеможении уже, на издыхании, то охотник подходил и делал последний удар таким вот мощным кинжалом, чтобы уже насмерть, контрольный, знаешь, такой. Вообще здесь выставлена лишь мизерная часть всех сокровищ княжеской семьи. Помимо прочего, здесь хранится довольно интересное нефритовое яйцо Фаберже под названием «Цветы яблони», которое расположено не вертикально на ножках, а горизонтально, что встречается довольно редко. И как оказалось, семья Лихтенштейн владеет самой крупной коллекцией драгоценных яиц в мире, наибольшая часть которой, разумеется, происходит из России. Однако главные экспонаты относятся к совершенно другой области. Четыре маленьких камушка с луны. То есть это настоящие лунные камни, которые оказались здесь, в Лихтенштейне. И даже флаг Лихтенштейна, который побывал на Луне во время миссии Аполлон-11. Потому что именно лихтенштейнским инженерам первым удалось создать специальное покрытие в условиях космоса, когда абсолютный вакуум, чтобы металлы, которые покрыты этим покрытием, чтобы они не видоизменялись в условиях вакуума. То есть это защитные покрытия для условий космоса. Вот так. И создали это лихтенштейнские инженеры, местная фирма. И в благодарность им американцы после этой миссии подарили лунные камни. Круто, да? Никто бы не подумал, что такая страна, которая вот коллекционирует яйца среди гор, мало кому известная, занимается такими серьезными технологиями. А вот так, понятно? А здесь, кстати, местный краеведческий музей и директор этого музея Herr Vollkommer, Rainer Vollkommer. То есть Vollkommer — это типа совершенный, а Rainer — это имя, это чистый, чистый совершенный. То есть так зовут человека, чистый совершенный. И он прикольный, он столько легенд и историй рассказал, что просто у меня это в голове не умещается. Это какая-то волшебная страна в табакерке такая, знаешь. Смотри, где мы оказались. Здесь сейчас готовится выставка на тему различных легенд, мифов, сказок. Смотри, книжечка, видишь, какая маленькая книжечка. Ее видно, да? Вот, и там написано «Русские народные сказки», в общем, собрание на немецком языке некоего Антона Дитриха с предисловием Якова Грима, то есть одного из братьев Грим, 1831 год. То есть это собрание русских народных сказок, которое вышло на немецком раньше, чем оно вышло на русском. Ja, genau, ja. Und Brüder Grimm waren sehr glücklich und haben deswegen auch das Vorwort geschrieben und gesagt, auch russische Märchen sind sehr wichtig, müssen unbedingt gesammelt werden. Ты посмотри, какая красота. Такое ощущение, что здесь, я не знаю, просто боги сговорились и решили тут вот устроить небольшой свой хоум-офис. И князь, конечно, следит за нами сверху, владелец всего этого винодельческого имения. Разумеется, Лихтенштейнская династия, как любая уважающая себя династия, занимается виноделием сотни лет просто. И у них одни из лучших вин, которые можно приобрести только здесь, между прочим, местные. Ну и, конечно, мы должны их попробовать. Правда, видишь, сейчас как бы не урожай, мы здесь еще рановато, но атмосфера сумасшедшая. Замок, Альпы, виноградники и город, жилой, нормально функционирующий город. Вокруг всей этой красоты. Удивительно. Но камера, как всегда, не передает. Поэтому мы пойдем сейчас в винодельческое имение, посмотрим, может, нас пустят какой-нибудь подвальчик интересный, атмосферный. Вдруг нам и там разрешат поснимать. Ой!
И местные жители говорят не «хай» и не «галё», а «хой». Понятно? Так что, если ты увидишь князя, то нужно говорить «хой, фюст». Типа «здорово, князь». «Чё, как, князь?» Ну, я обычно так делаю. Пойдем, зайдем внутрь. Какой-то винный рай. Какая дверь. Ну что, закроем тебя там внутри? Будешь настаиваться. Ich denke, das reicht. Wir brauchen nicht zwei Türen. Oh, okay. Dankeschön. Weil der Kameramann wird größer. Смотри, что у нас есть. Римская винная амфора. Обалдеть. Ей получается 2300 лет приблизительно. Und eigentlich, Sie haben das hier gespendet, sozusagen. Also das ist von also, Ihnen hier. Und die zahlen Ihnen dafür, sozusagen. Nein, nicht. Das ist nur so. В общем, господин Фолькомер, который там находится за кадром, это он купил эту амфору в Италии и сюда подарил. Невероятно. Вот они так выглядели, если кто не в курсе, как выглядели амфоры, как хранили исторические вино. И древние греки так делали, и римляне, и в древней Грузии тоже так делали. Есть такое древняя Грузия? На территории Армении и так далее. Потому что вина были закопаны в землю, и они так очень хорошо держались, а земля держит прохладу, поэтому для вин это было очень даже хорошее условие. Вот так вот прекрасно французские бочки, как всегда, самые лучшие французские бочки. Мы прекрасно понимаем, какие еще могут быть в княжеском лихтенштейнском винодельческом имении бочки. А это герб самих князей лихтенштейнских. И что интересно, у них даже есть элемент саксонского герба. Но это сейчас не так важно. Слушай, ты хотел же, чтобы я показал тебе твою комнату, да? Угу. Смотри, я ее нашел наконец-то здесь, среди погребов лихтенштейнской винодельни. Давай. Зацени. Секретная комната, в которой никто не был. Вот она. Старая винодельческая комната. Это винодельческий винный погреб. Старинный. То есть над нами, по сути, гора, на которой растет виноград. Неплохо, да? Вот здесь бы. Здесь можно и выпить немножко. Вон там, смотри, на тебя смотрит местная княжеская пара. Это старший князь. Не тот, кто сейчас актуальный. Неплохо, слушай, как тебе здесь? Прохладненько и немножко мрачновато. Да ладно, мрачновато. Думаю, для тебя само то, да? Романтика. Да, ну ты пока поснимай, я сейчас вернусь, да? Давай, все снимай. Давай, покеда. О, набрали. Чай, Евгений, дегустировать пойдем? Дегустировать я буду вечером, а ты давай неси. Сначала надо отработать, заслужить. Смотри, здесь есть собственное радио, радио Лихтенштейн, и нам рассказывали, что здесь регулярно проходят новости. И обычно новости такие, что «Итак, сегодня или там вчера у нас в Лихтенштейне, там-то, в такой-то деревне, кто-то наехал на дорожный знак». Такие новости, например. Криминала нет, тут всего вот в этом городе, в Адуц, всего два полицейских. Раньше был один, последние сколько? Три года. Да, теперь здесь два полицейских, у которых, по сути, практически нет работы. Например, нам сказали, что основная работа полицейского – это приходить вечером в рестораны и просить людей, чтобы они ушли, потому что ресторан закрывается. Здесь происходят убийства приблизительно раз в 8-10 лет, и то в основном на почве ревности. То есть, когда муж возвращается домой, там, в общем, жена, любовник, и он, в общем, берет ружье, здесь, наверное, можно иметь ружье, и застреливает любовника почему-то по несправедливости вместо жены. Да, Женя, ты тут долго не прожил. Кстати, нам сказали, что последнее убийство было как раз где-то 10 лет назад. Как-то не по погоде оделись. Ну все, смотри, тут начинается уже снег. Бездорожье. Тебе-то хорошо, ты всегда в шапке, блин.
Что происходит? Ё-моё! Вот это да! И это все еще Лихтенштейн, прикинь? Мы были 20 минут назад в лете. 22 градуса. Было 22 градуса, прям тепло, жарко даже. А тут раз и... Ну сейчас прохладненько, сколько? Градусов, наверное, 5, да? Подожди, это же лыжная дорога. Ох, снег-то! Качественный? Тихо! Блин, такая тишина. Это что за снежная я-легенда какая-то. А вот, смотри, вот он подъемник на самую высокую местную гору. И, конечно, он закрыт. Потому что либо... А, он закрыт, наверное, из-за пандемии. Ну, ничего страшного. Да. Не хотел опозориться на лыжах. Чего опозориться? Слушай, я вижу, тебе жарковато, да? Немножко. Ну-ка, иди сюда. На тебе. Ё, ты чё? Офигел, что ли? Блин, ты уже, чувак, только что все почистил. Даня, а? Ты куда меня привел-то? Смотри. Ты видишь это? Что? Это ущелье. Это ущелье. По легенде, где-то здесь, среди местных поселений, в 17 веке особенно много казнили ведьм. То есть здесь была очень серьезная охота на ведьм. И, конечно же, в основном народ был против этого. Против такого юридического произвола, когда люди доносили друг на друга, против доносчиков, которые кому-то говорили, там, влиятельным людям, смотри, я слышал, это ведьма, или ведьмак, например, такое тоже бывало. И потом его пытали и казнили, в общем-то, как везде. И поднялся, конечно, поднялось такое недовольство, такое презрение к доносчикам. И таких предателей их проклинали. И после смерти они были отосланы в ущелье. Их души должны были в таких ущельях, здесь, среди Лихтенштейнских Альп, вечно блуждать, пока они не найдут прощения. Их называли Тобельхока. То есть Тобельхока – это исключительно лихтенштейнское обозначение проклятых душ, доносчиков. Представляешь? Так что где-то здесь, может быть, и в этом ущелье они бродят. Да, я бы сказал, что с доносчиками так и надо поступать. Да, кажется, дальше путь закрыт. Не-не, я, наверное, больше не пойду, а то там тобельхокеры. Мне и так нормально, у меня тебя достаточно. Ты же тоже проклятая душа. Вот так тебе, понял? Это инстант карма. Не, я здесь не хочу остаться, поэтому погнали обратно на равнину, в лето. Сегодня мы трапезничаем в нашей резиденции. Гостиница, кстати, так и называется, резиденция. И удивительно, что мы за последний год, наверное, в ресторане. Замечательно, прекрасно, что здесь, в этом отеле, можно при гостиничном ресторане неплохо поужинать. Что у нас сегодня здесь? Это бестроганов с грибочками, зеленью, овощи, лапшичка. Прекрасно все приготовлено. Не первый раз уже здесь ужинаем. И что такое лихтенштейнская еда? По сути, мы пришли к выводу, что это просто интернациональная, универсальная, очень качественно приготовленная еда. Хотя, конечно, традиционная лихтенштейнская еда, она абсолютно крестьянская. Но здесь уже такое давно не едят, сами понимаете. И все это, конечно же, под местное винишко красное. Подожди, вот оно. Смотри, тот самый Пино Нуар, то есть поздний бургундец, если по-немецки. Местной, конечно, княжеской лихтенштейнской винодельни. Само собой, мы другое не употребляем, правильно? Особенно здесь. Так что предлагаю выпить за тех, кто... Да, на тебе бокал. За тех, кто
виртуально с нами. Согласен? Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ну что, доброе утро. Оператор у меня камеру вчера оставил. И сам опаздывает, блин, надо его проведать. Опа. Не мешать. Ну, мне можно. Опачки. Оператор, ты где-то? О, ё-моё. Ох, ёлки-палки, ничего себе. А оператор где? Где оператор? Ничего себе, вы тут погуляли. Оператор, ты где? О, какой прикольный вид у него, смотри. Вот это да. Красиво. Ой, это что там? Оператор, вот он. Напевает. Ну-ка. Слышь, оператор, ты чего опаздываешь? А, блин, только копье не доставай. Блин, 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 валим. Начальник, кто ты извращенец? Между прочим, я здесь жертва в этой ситуации. Я не хотел видеть то, что я видел, поверь мне. Лучше пожалел меня по-товарищески, понимаешь? Ладно, расскажу тебе еще одну офигительную историю из Лихтенштейна. Страна, где нет долгов. Страна без государственного долга. Можешь себе представить? Неплохо. Еще что мне нравится, здесь нет высоток, здесь нет небоскребов, видишь, да? То есть, либо ты уже на горе живешь немножко выше, а так высоких домов вообще нет. Мы тут, смотри, вообще самые высокие на террасе нашей резиденции. Это, можно сказать, элитная терраса, у которой аж 5 этажей, представляешь? Только церковь может быть выше, только что-то божественное может выглядывать и возвышаться над всем остальным мирским. Ну и, конечно же, сейчас против солнца не видно, но прямо над нами замок князя. И он, разумеется, возвышается. Какая гармония и идиллия. И здесь, посмотри, невероятный сказочный домик. И это не просто домик. Это уникальный дом. Таких нет больше нигде. Мы такого подобного не видели. Это самый старый сохранившийся крестьянский домик вообще во всем немецкоязычном пространстве. То есть Швейцария, Германия, Австрия. Таких нет больше нигде, представляете? Он уникален, и это сейчас памятник, это особый музей, за которым ухаживают. И он полностью предоставлен в наше распоряжение на время съемок. Мы можем делать там, что хотим. Гуляем. Гуляем по полной. Но мы не все снимем, конечно. Итак, смотри, что мы здесь имеем. Во-первых, он весь из дерева, как видите. Полностью деревянный. И построен он был приблизительно в 1518 году. Грубо говоря, этому дому, по большей части, основная вся субстанция, 500 лет, представляете? Полностью из дерева. Сразу же видно, здесь выглядывает такой деревянный гвоздь. И на таких гвоздях держится весь дом. Вот такие гвозди, такие дюбельные гвозди, как их здесь называют. То есть, по сути, это очень похоже на наш русский сруб. Та же технология. Вот, смотри, здесь такая скамеечка, окошки, смотри, салюда. Но она такая очень хорошо отреставрированная. И это удивительно, потому что такое мог себе позволить далеко не каждый. То есть, семья была, в принципе, довольно приличная, такая уважаемая. Терраска, смотри, кофеек можно попить, да, с видом. Но нам нужно зайти внутрь. И сразу видно, это прихожая, как нормальный деревенский дом. И есть уже узоры, росписи. Они, конечно, восстановлены для того, чтобы мы понимали, что в оригинале, как минимум, эти помещения были более-менее украшены. Это, по сути, зал, жилая комната и обеденная комната одновременно. И рабочий кабинет, то есть все вместе. Посмотри, как тут уютно. И вот эти окна, да? То есть, по сути, это похоже на русские избы в чем-то, да? И на украинские избы. Еще здесь не хватает этого, красный угол. Как тебе, нравится мой дом? Давай. Ничего, так. Давай, Хедвига, накрывай. Накрывай, гости пришли, уважаемые. Вина. Винишко хочешь? Ты что, тогда, я думаю, они пили еще пиво. Вино было слишком дорого для... Даже для этой семьи, наверное, они не могли себе позволить вино. О, кстати, смотри, так красный угол-то есть, где я был. Говорю, не хватает красного угла, как в православных домах. А он есть?
Смотри, вот крест, Мария, Иисус, и внизу написано «Herr Gottswinkel», то есть божественный угол, он же красный угол. Как вам такие скрепы? Здесь всегда исторически была печь, но вот эти уже плитки, вот эта вся керамика, это 19 века уже. И, конечно, можно погреться. То есть здесь, по идее, должен Иван лежать на печи. Емеля. То есть здесь должен богатырь лежать вот так вот. Если что, трогать все разрешили. Да, нам разрешили все. Это единственный случай, когда наконец-то можешь не указывать мне, чтобы я не трогал. Так что я буду трогать все здесь. А, вот это очень интересная штука, смотри. Даже я не знал, что это такое, и нам подсказали, что это. Смотри, раз, открывается и закрывается. Давай, пусть догадаются. Да. Это будет загадка. Вот подумайте, для чего это может быть. Открывали, что-то делали и закрывали. Такая вот загадочка. И здесь есть гениальная вещь. Такая веревочка, вот, и ручка. Из-за нее вытягиваешь потихоньку. Вот так раз. И закрывается. Такое ставни выглядывают изнутри. И все. И можно, получается, защититься от ветра. То есть закрыть окно и защитить драгоценные стекла. И когда, например, морозы, когда сильно дует, когда ночью там ветер завывает. Ну и плюс против воров всяких, которые могут залезть. Система. Даже в современных домах такого нет. Есть только электрические, знаешь, в суперсовременных. Обалдеть. И это было тогда, 500 лет назад. Видите, все гениальное просто. Здесь просто великолепная кухня. Просто мечта любого повара и хозяйки. Или хозяина. Шикарно. То есть, конечно же, в обычное время и, скорее всего, практически круглые сутки здесь стояла жара. То есть здесь постоянно что-то кипело, пыхтело. Дровишки, конечно, лежат, посуда различная. О, местная житель нам сказали, что ее зовут Мария. Ну, кстати, Мария ничего такая, да? Женя, пойдем. Пойдем. Аккуратно здесь голову. Хотя ты в шлеме, что тебе? А это так называемый эйзель. Такой рубанок, такой станок. Вот так вот садишься обычно, седлаешь осла, ногой зажимаешь, смотри. Ничего себе. Работай давай. О, слушай. Удобно. Вон, смотри, нарубил тебе копье. Надо тебе копье? У тебя же копья еще нет. Есть у меня копье. Аккуратнее с этим копьем. Смотри, а тут видно каменную черепицу. Видал? Видно? Видно. И она, видишь, держится вот на таких вот крючочках таких, которые ее просто держат весь вес черепицы. И между ними такие дощечки деревянные. И это 500 лет назад. А вот и грелка, смотри. Металлическая. Еще. Оловянная, наверное. Такая вот, видишь, укутанная. О, смотри. Здесь как раз видно, какая была изоляция в то время. То есть не просто брали деревянные балки. Это, кстати, все ель. Еловые балки. И между ними выкладывали мох. И это всегда считалось очень крутая, надежная изоляция. Наверное, хорошо работало. Конечно, интересно было бы здесь побывать ночью, зимой, когда вьюга. Думаю, не очень оно изолировало. Зато уютно, как, представляешь? Такой. Лег, можно сказать, в кровать с этой грелкой. Ну, с грелкой не с Марией. Вот, смотри, такой довольно уютный, прикольный, просторный подвал. Вот это прикольная штука, смотри. Это очень редкая деревянная фляга. Видно ее? Нормальный бочонок. Прикинь, какая, она полностью из дерева. Слушай. Зачем мне такую надо? Но ее привязывали на пояс, скорее всего. Когда выходил мужик на работу, брал с собой флягу и вот так вот ходил, потом доставал. Куда втяни, мужик на работу. Зачем? Наоборот подходит. И вот так вот открывал и пил. Немцы это называют «фляхман», потому что переводится как «плоский». Плоский.
Да? Что-то плоское. Плоскачок, да. Потому что он должен быть плоский и, конечно, помещаться в карман пиджака. Но этот не очень плоский. Я думаю, если вот так ходить... Жди. Не факт, но можно. Ну да, я думаю, немножко может спалиться, да? Смотри, я вижу Мари. Вон она. Работает. Стирает, да. Ничего такая, да? Работает, смотри. Арбайтинг. Ей, видишь, не до гулянок. Машка, выходи! Видишь, тут держатели ставней в виде таких голов рыцарей маленьких. Смотри, как тебе? Стильно, да? Его можно оттопырить. Нет, уже нельзя. О, блин. Ну, ты же у нас в этом больше разбираешься. И закрыть. Ну, вы поняли. Ну что, остаемся? Берем жилье? Жить можно. Жить можно. Да, и хозяйствует тут некая фрау Бидерман, Хедвиг. Такое у нее имя, что? Типа Гедвига, да, такое древнегерманское имя. Фрау Бидерман. Она нам здесь все показала, разрешила тут все полазить, потрогать, побезобразничать маленько. Так что большое ей спасибо. Ну, посмотри на эту милоту. И здесь еще сад. Не к чему придраться. И вид такой на горы. Приятно тут. Жалко, времени у нас мало. Ну, побежали дальше. Сейчас, на сегодняшний день, у одного города Вадуц, где 5000 населения, у одного города бюджет плюс 700 миллионов евро на сегодняшний день. Плюс! То есть это просто лишние деньги, внебюджетные, которые просто город в плюсе на 700 миллионов. У местных жителей, у местных банков везде, вот у них кредитные, не кредитные, а просто карточки банковские, у них нету возможности уходить в минус на карте. Такой просто опции, даже банки такой не дают, даже не знают об этом. Вообще не слышали, типа, как это, зачем, в смысле, в минус уходить. Представляешь? Да, это при населении 5000. Какие суровые нравы горцев. Смотри, где мы оказались. Это старый деревянный крытый мост над Рейном. И ровно здесь я, получается, между Лихтенштейном и Швейцарией. Классно, да? И переводится Лихтенштейн вообще как светлый камень. Все потому, что первый родовой замок династии Лихтенштейн был из светлого камня. Ну и там народ говорил, а, там вот этот текст, что из светлого камня, из светлокаменного замка. Ну и они решили, окей, возьмем себе такое название. И с тех пор называются светлокаменные. По-нашему, то есть это династия белокаменных, светлокаменных. Как-то так, прикольно, да? Смотри, кстати, мы не единственные. Но ладно, вот здесь есть место как раз, внизу. Странник заслуживает такого места. Прекрасно. Это легендарный Рейн. Вот он, вот такой. Кажется таким мелким, да? Но это потому, что он здесь начинается. Удивительно, но как раз в Лихтенштейне, между Швейцарией и Лихтенштейном, начинается Рейн. Вон там Швейцария, то, что ты сейчас снимаешь, швейцарские Альпы. Туда уходит Рейн в сторону Германии, дальше течет. А справа Лихтенштейн, то есть там город Вадуц, вот там, который скрывается за холмом от наводнения. И где-то там в горах он начинается, легендарный Рейн, который потом перетекает в Германию и превращается в самую такую могущественную, исторически основополагающую вообще немецкую реку. Удивительно, да? Ну и, конечно, он не был исторически таким ровненьким, прямым, таким аккуратным. Он, разумеется, был таким диким, извилистым, таким болотистым. И постоянно были наводнения, очень сложно было справляться с местными жителями с этим всем. И потом, 100 лет назад, начали регулирование Рейна. Или это называют Райн-регулирунг или Райн-беградигунг, то есть распрямление Рейна. То есть он был извилистый, кривой, а его как бы распрямили, в общем, сделали цивилизованным, научили себя вести в цивилизованном обществе, быть порядочным. И поэтому он сейчас, видите, закрыт такими холмами от наводнения, защитами. Но, тем не менее, это все еще Рейн, который является центральной частью самого известного, самого классического, самого легендарного европейского средневекового эпоса.
известной саги о Нибелунгах, песнь о Нибелунгах, о которой вы, конечно же, слышали, вы должны ее знать. Это удивительное универсальное произведение, которое породило практически все известные нам легенды и истории о героях, о добре и зле, о любви и ненависти, о мести, предательстве, о дружбе. Это что-то вроде Фауста по масштабам, но народное и средневековое. Вы представляете, какая мощь? И что интересно, вот здесь, где как раз начинается Рейн, начинается сегодня современное возрождение этой легенды. И мы туда сейчас перенесемся. Ты посмотри на этого мрачного героя, который так смиренно стоит и всматривается в некое будущее, в то, что ему предстоит преодолеть, как истинному герою. Но в отличие от истинного героя, смотрю, он как будто возник из мрака, из такой черной субстанции, все посреди такого хаоса, и там бегут враги, опасность приближается. Прям что-то такое колдовское здесь, в этой картине. Смотри, автор как будто кровью так подписался. Вот это, да, вот это мрачняк, как раз то, что мы любим. Я слышал, кстати, что сам автор занимается алхимией, и что пишет он эти картины с помощью секретного уникального метода. И это, кстати, видно, они очень необычные. По сути, он занимается даже вопросом вечной жизни, этот художник, как настоящий Фауст, представляешь? И здесь выставлены его работы. А вот, кстати, он. Здравствуйте. Мы тут немножко балуемся вашим искусством, да? Вы не против? Это... А что? Тем более. Это автор, его зовут Женя Шеф. То есть, да, ты тут не единственный шеф, а я не единственный Женя. Женя Шеф занимается... Это наш симбиоз. Возможно, это наш симбиоз. Видишь, на самом деле, во что он может перерасти? Во-первых, мне очень приятно, что можно по-русски здесь поговорить. Да, кстати, Женя Шеф, он говорит по-русски. Это да. Русскоязычный художник. Если вдруг непонятно, вот. Здесь, в Лихтенштейне. Совершенно неожиданное место для так называемых русских встреч. Вот. Тем более на выставке, посвященной германскому эпосу. Здесь у нас речь идет о знаменитой песне о Нибелунгах. Верно. И вы это переложили на иллюстрации с помощью птичьих перьев? Да, с помощью птичьих перьев и таинственного ингредиента, который останется нашей тайной. Почему это выставили здесь, в Лихтенштейне, ваши работы? Над этим историческим местом царит средневековый замок, где живет князь. Форма правления здесь тоже, в общем, средневековая. Вот, и этот князь как бы оберегает своих жителей в этом небольшом пространстве Лихтенштейна. Вот. И мне кажется, что Нибелунги чувствуют себя здесь наиболее уютно. Да, мало того, я их потом продолжу дальше. Да. Буду показывать в следующих, в других замках и крепостях. Произведение немецкой литературы, которое является общечеловеческим достоянием. Здесь именно собраны те качества человеческие, которые извечны, которые не меняются. И оказывается, даже вот в эти такие, извиняюсь, страшные времена, как вот эта пандемия, на самом деле, интересно посмотреть, а как люди решали вот эти сложные ситуации во времена Средневековья. Да, знаешь, такое ощущение, как будто это фотошоп. Такой божественный фотошоп. Невероятно. И там внизу такой маленький-маленький городок. Очень маленький городок. И вот посреди него такой холм, едва заметный отсюда, хотя он на самом деле высокий. И на нем возвышается замок. Замок Гутенберг. И вот туда, к замку Гутенберг, мы отправимся. К закату.
Смотри, здесь даже платаны растут. Потом виноградник, а потом замок. Неплохо, да? Да, здесь бродил Гёте в том числе. О, смотри. Виноградник копается в винограднике. Винодел, точнее. Просто я уже утомился. Но все еще мне придают силы, рвение к прекрасному, понимаешь, стремление. Ёлки-палки, что за красота сумасшедшая. Когда-то здесь, на этом месте, был настоящий средневековый замок. Такое укрепление, все серьезно. Здесь жил некий знатный дворянин, защищался в этих диких, суровых землях. Но потом со временем отсюда уехали, и замок начал потихоньку разваливаться. Его использовали еще на стройматериал, то есть его разбирали на камни, и жители местных деревень ремонтировали свои дома. А потом со временем династия Лихтенштейн выкупили эти руины и вложили в его восстановление. Так что он частично романтический. Посмотри, какая красота. Это просто идеальное место для замка. Ты на горе, ты защищен. У тебя обзор во все стороны. И от врагов защищен. И от каких-то там природных катастроф, наводнений. Блин, я смотрю, я не верю своим глазам. Ну, на видео точно не передается. 100%. То есть, когда вы здесь стоите и чувствуете эту даль, уходящую туда. Там Швейцария уже. То есть, Лихтенштейн вот заканчивается здесь где-то. То это прям вот, это невероятное ощущение. Такое ощущение, что как будто даже немножко начинаешь злиться, обижаться, что, блин, почему от меня это скрывали? Замок Гутенберг. Добро пожаловать. А здесь, вероятно, была какая-то смотровая башня в средние века. На свои владения. Вау. Когда-то здесь была бедная деревушка с деревянными домиками, которые постоянно горели. Только церкви делали каменными. Ну, либо замки. Поэтому это все, что осталось. Остальные домики современные. Но в целом так оно и было на протяжении нескольких сотен лет последних. А до этого здесь проходили римляне. Смотри, какой фахверк. Симпатичный даже есть. Это уже пристройки 19 века. Выглядят прекрасно. Смотри, ворота как будто настоящие средневековые. Я уже начинаю к этому привыкать, знаешь? Ну что, сейчас замок закрыт. Погнали, нас еще многое ждет впереди. Впереди на пути Нибелунгов. Ого, здесь некий портал. Вау. Это не просто портал. Ты здесь слышишь себя. Это как наушники. Здесь вот один динамик и второй. Подожди. Привет. Привет. Вау. То есть они, видишь, они его здесь поставили, мне кажется, для того, чтобы ты среди этих просторов, да, среди этой, вот этой свободы, этого воздуха, чтобы ты почувствовал себя наедине с собой и слышал только себя, представляешь? Здравствуй, странник. Вот ты и пришел к своей цели, к идеальному ландшафту. А ты видел, там вдали еще выглядывают руины какого-то замка. Видишь их? Угу. Смотри, смотри, там кошка бродит. Видишь? Миц. Горная кошка. Домашняя кошка владельца замка. Идет домой к себе.
вот если так задуматься, вот эта история Нибелунгов, да? История Нибелунгов, где есть некий спаситель, некий герой, который нужен, чтобы побороть несправедливость, чтобы сделать жизнь людей лучше, да? Который должен послужить тому, чтобы добро победило. И кажется, что все, это результат. То есть здесь этот герой уже не нужен, потому что здесь уже добро победило. Здесь все, здесь красиво, приятно, безопасно, прекрасно, все довольны. И по сути, Зигфрид здесь не нужен. Но тут нужно учитывать, что здесь были сложные, тяжелые условия для жизни, да, и людям вот нужен был, что пришел какой-то спаситель, какой-то герой и помог им выбраться из этого. И, ну, по сути, там он пришел, правильно? И это был князь Лихтенштейнский, который пришел сюда и помог людям создать такую жизнь. Очень важно понимать, что здесь не совсем речь о деньгах, потому что если бы местные жители хотели именно исключительно заработать только вот ради денег, они бы вот так красиво не жили. Они бы наплевали на всю эту красоту, они бы всю ее разбирали по кусочкам, из каждого угла, из каждого участка пытались бы делать исключительно деньги, коммерцию, там, торговые центры, я не знаю. Здесь нет. Здесь у людей не было изначально цели заработать денег. У них была цель хорошо жить. И поэтому вот оно. Вот он, хэппи-энд. Мы находимся в хэппи-энде. Он выглядит именно так. Что происходит, когда добро победило? Знаете, как во всех фильмах, всех легендах, историях фэнтези там и так далее. И вот добились, вот мы бросили кольцо в вулкан Нибелунга, да, кольцо Нибелунга, скажем так. А что потом? А потом тыры-пыры, поднимаем экономику туда-сюда и наслаждаемся красотой. Вот так выглядит конец прекрасной легенды. Ну что, дорогие дворяне, здесь у нас лихтенштейнское фирменное местное пивко, которое только здесь продается. И вот все дворяне собрались. Вот они. Herr Vollkommer. Vielen Dank für die Einladung. Herr Chef, господин шеф. А? Еще один шеф. Zum Wohle, die Herren. Zum Wohle. Пей давай.